интересный образец попался. Весом он килограмм на около 30, ну, больше 20. Судя по тому, что тяжелее 20-литровой канистры бензина. Тут вот животки халцедоновые. Надо отмыть получше. Вот тоже сторона какая. Вот. Халцедон. Сейчас заглянем на эту сторону. Вау! Это вообще класс. Опа. Даже с этой стороны неплохо смотрится. Яблоки какие. Эх, дождь пошел. Солнышки бы. Конечно, получше он играл. Образец, который у меня сегодня. Еще один. Это халцедоновая корочка. Да, тоже оригинальный образец. Тоже интересный образец. С яблоком и халцедоновой корочкой. Еще несколько крупных образцов. Они до конца не отмыты. Так, предварительно. Тоже яблоки.
другая часть, другая сторона тоже симпатичная. Еще несколько больших образцов. Это оригинальный образец. Такое яблоко. Ну это надо чистить. Вот эта вся земля уйдет, конечно. Будет довольно неплохо. Тоже отмоется, видно будет, что это такое. О! Хороший. Вот это оборотная часть, оборотная сторона. Такое интересное яблочко. И наоборот, вот такой слоеный пирожок. Хорошо. Ну, этот надо мыть, я его еще не мыл. Ой, тяжелый какой. Цвет какой-то интересный. Вот, немножко сполоснул.